Две машины превратили в груду металла. Три человека пострадали в ДТП на 5-м километре восточной объездной дороги, ведущей в Нижневартовск. По предварительной информации ГИБДД, около 7 утра 41-летний водитель автомашины «Лифан» не учел погодные условия и качество дорожного покрытия, допустил занос транспортного средства и столкнулся со встречной «Митсубиси». В результате водители пассажир китайской иномарки получили травмы и были госпитализированы. Позже за медицинской помощью обратился и мужчина, управлявший японским внедорожником. Ведется следствие.